Работа военнослужащего – риск не только в военное, но и в мирное время. В пятницу на территории 217-го полка 98-й гвардейской дивизии ВДВ почтили память воинов-десантников 8-й парашютно-десантной роты 18 октября 1989 года, когда солдаты и офицеры возвращались из Баку в Болград после выполнения миротворческих задач по установлению стабильности в Азербайджанской ССР, их самолет Ил-76 потерпел крушение. Погибли 43 человека. В воздушных войсках у нас служба связана с риском, не только в военное время, но и мирное. И чтобы чтить, чтобы все гордились, знали, что мы не забываем своих подчиненных, прибыли сегодня родители, прибыли очень много гостей. И солдаты должны знать историю нашего полка и гордиться тем, что прославляют нашу службу в воздушно-десантных войсках. Со дня трагедии прошло ровно 30 лет, а погибших до сих пор помнят. Поддерживают связи с семьями, потерявшими в той авиакатастрофе отцов, сыновей и братьев. Прошло уже немало времени со дня трагедии. Кого-то похоронили в Ухте, Краснодаре, Туркменистане, Узбекистане, Чечне, Болгараде. Но все они находятся здесь, в родном полку. Память о них всегда останется в наших сердцах, где бы они ни находились. Свой долг они выполнят до конца. В прошлом году на территории военной части установили мемориал с именами всех, кто не вернулся из той командировки, чтобы новые поколения десантников понимали, как опасно, но при этом ответственна их служба. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.